И все-таки чудеса случаются. В национальном парке штата Флорида спасли котенка, детеныша пантеры, которому от роду нет недели. Обнаружили этот шерстяной комочек смотрители совершенно случайно. И до сих пор непонятно, как он выжил. Сейчас уже чувствует себя хорошо. Относится этот голубоглазый счастливчик к редчайшему виду. Таких, как он, в природе осталось всего 160 особей. И то благодаря усилиям человека. Несколько десятилетий назад таких кошек было всего 20. Тютюшеньки, тютю.